город возрождается. Скоро вся эта зона станет единым центром индустрии Лимбургера. С этой стартовой площадки мои владения распространятся по всему миру. Хищническая эксплуатация недр в Сан-Франциско, уничтожение лесов в Цинциннате, взрывные работы в Детройте. Эй, сточная канава! Что? А не слишком ли ты поспешил со своим новым проектом? Да, да. Поэтому мы решили тебе помочь и израсходовать часть твоей взрывчатки. О, господи! Держись крепче, Ванючка. Новый вид альпинизма, восхождение на руках. Можете острить сколько угодно идиотские создания, но запомните, хорошо смеется тот, кто смеется последним. У меня есть еще заряд взрывчатки. Ну, друзья, праздник не кончается. Праздник каждый день. Опа! Кажется, наш план меняется, друзья. Ваше последнее желание будет исполнено! Ура! Рад, что мне удалось присутствовать при вашем бегстве, мыши-рокеры. Поднажмем, братцы! Между прочим, рокировка – один из частных ходов в игре. Мыши-рокеры с Марса! Рокеры с Марса. Кража века. Автор сценария Ева Форвард. Продюсеры Рик Унгар, Том Татаранович. Режиссер Том Татаранович. Тряхнем стариной и отпляшем рок с прыжками. О, я это умею танцевать. Господи, а еще говорят, в аварийной ситуации надо пользоваться лестницей. Первый этаж, пожалуйста. О-хо! Оу! Специалисты по серфингу на бетонной плите. О-хо! Красавец сюда пожаловал. Спасибо, Винни, за такой комплимент. Речь идет не о тебе, я имел в виду себя. Какой сюрприз. Да, ты всегда говоришь только о себе. Но ведь мы тоже кое-что значим, не правда ли? Ну да, конечно. Конечно, мы не просто так размахиваем крылышками. Гнусные грызуны. Кстати, о гуляющих без дела. Как вы смогли снова избежать неминуемой гибели? Момент. О, боже, боже мой. У тебя упало настроение? Кстати, о настроении. Пора бы тебе познакомиться с силой притяжения. Пожалуйста, нет. Не надо так. Видишь, мы тоже делаем кое-какую работу. Йо-хо! Да чтоб вы сдохли, грызуны, на мотоциклах, если бы я только мог избавиться от их возни. А, простите, ваша первосортная пастеризованность. Что? Извините, ваши южные полушария, ваша жирность, то есть ваша сырность. Ты на что намекаешь, ты, клоун энцефалитный?
Чего? Босс, у вас задница видна. Почему? Почему ты не сказал мне? Я пытался сказать, что вы и ваша средняя выдержанность... Фу, вы уволены. Наверное, мне следует... Нет, наверняка мне следует найти нормальных людей. Как видите, мистер Лембургер, в этом аннигиляторе последние достижения артиллерийской технологии сочетаются с надежностью современного оружия и другого миротворческого оборудования. О, если бы вы видели одну из этих красоток в действии! Да, сэр, скажу я вам. Она несется стремглав, ружья стреляют, снаряды летят. После нее на целую милю воцаряется мир и покой. Ладно, звучит заманчиво, но сколько стоит такое миротворчество? Что? И чем вы оправдываете такую несусветную дороговизну? Ну, знаете ли, сэр, здесь много дорогостоящих деталей. Например, один стульчак для походного туалета X14 стоит 12 миллионов, дружище. Безумие, у меня нет денег на это. Газ, газ, всем надеть маски, вернуть собак, залить костер водой, охота окончена. Раз они не хотят продать мне агрегат по доступной цене, тогда я просто украду экспериментальный образец выставки военной техники. Спасибо, что подбросили меня к магазину. Нет проблем, Чарли. Надо как-то загладить свою вину. Мы вывели из игры твой холодильник. Это Винни виноват. Ничего не поделаешь. Задержка противника с помощью оружия не запрещается. На Марс. Эй, что это? Выставка военной техники. Новое вооружение? Блеск! Никакого блеска, если оружие окажется в неподходящих руках, вернее сказать, плавника. Мы знаем такую тухлую рыбу, которая прилипает к оружию, как тина к бочке. Ладно, ладно, надо выхватить пистолет и охранять выставку от бандитов, да? Форсаж! Мой дорогой придурковатый приспешник, позволь мне все объяснить еще раз. Во-первых, ты отправляешься на выставку военной техники. Во-вторых, ты садишься в аннигилятор. В-третьих, ты крадешь аннигилятор. В-четвертых, ты находишь и уничтожаешь этих жалких мышей-рокеров. Я понял, босс. Сперва я краду мышей-рокеров, а затем уничтожаю эту штуку. Извините, извините, я не хотел. Гармун! Ты, наверное, можешь найти кого-нибудь, кто принесет мне больше пользы, чем этот жалкий, надутый нефтяной пузырь. А? Конечно, ваше зловонство. Позвольте вам представить особо отвратительного рецидивиста, недавно вернувшегося после 6-летнего отдыха, так сказать, в галактической тюрьме. Распылитель! Давайте по-дружески подадим ему руку. Но у него вроде есть рука. Я люблю юмор, гражданин. Случайно задел офис. Без злого умысла. Офис, ты разрушил мою новую башню, черт возьми. Неудачная конструкция, ты должен быть мне благодарен. Хватит трепаться, дайте инструктаж по предстоящему заданию. По заданию, ваше задание, мой дорогой, следующим вы должны захватить аннигилятор и в процессе операции уничтожить это вечное мое наказание мышей-рокеров с Марса. Мыши-рокеры, они не способны быть солдатами. Я с удовольствием пущу их в расход. Превосходно! Похоже, самый интересный экспонат еще не распакован. Мы сюда пришли не на экскурсию, Винни.
Помните, вы можете перестать бояться врага, но вы не можете перестать бояться меня. Шагом марш! Не, нам надо вести себя тихо. Мы же не хотим, чтобы нас поймали. Проклятие! Дверь заперта. Иногда надо просто тащить ручку, а потом как следует врезать. Ну, может, мы пришли не на экскурсию, но здесь есть на что посмотреть. Воры готовятся к нападению. Пришла пора разработать наш план атаки. Покажем им настоящий военный парад. Верно, с участием нашей тяжелой артиллерии. Парни, убрать этих хомяков. Орудию солдаты. Я выдеру у них усы и сделаю себе зубочистки. О, у этого кувшинного рыла мощный кулак. Но, оказывается, у меня тоже. Подойди к дядюшке Дросселю, горилла неуклюжая. Мимо. Ну и как эта штука работает? 1, 3, 5, 6. Ты думаешь о том же, о чем и я? А я о том же, о чем и ты. Покатили! Жареные сосиски, жареные сосиски! Интересно. А эта кнопка для чего? Эй, осторожней! О, она владеет словом, да? Коротко и ясно. Прекрасно. Я почти сочувствую вам, глупые крысы. Лучше пожалей себя, приятель. Ты хотел избить моего брата. С вами все в порядке? Прямо какой-то вечер рок-н-ролла. Но если мы хотим потанцевать, нам нужны партнеры. Если нет номера 3, перейди к номеру 4. Ясно. Значит, вот так эта штука станет стрелять. Так она поднимается. О, должно быть. С дороги обожравшийся пузырь. Пора кончать. Верно, друзья. Форсаж и... Ого. Похоже, летающий утюг все-таки решился полетать. Только без глупости, пожалуйста. Никаких пистолетов, никакой акробатики на колесах и, самое главное, никаких ракет. Как скажешь, дорогая, как скажешь. У этой штуки шкура тверже, чем у жареной сосиски недельной давности. Давайте приготовим что-нибудь горяченькое. Надо выкинуть отсюда это мусорное ведро, пока не пострадали люди. О, да, вроде нас. Вот вам мыши рокеры. Квадрате 10-5, все в порядке. А теперь отправим птичку в штаб. Да, это была потрясающая гонка. Ребята! О. Нет! Нет! Превосходно! Обладая таким замечательным оружием, я смогу установить новый порядок в Чикаго. Настоящий порядок, мой собственный. Сэр, порученное мне задание выполнено. Сообщай, сэр, о полном уничтожении основной цели – крысунов. Да, мышей рокеров мы прикончили. Хотите сказать... Их больше нет. Дайте мне время прийти в себя от этого известия. Да, благодарю.
благодарю вас. А теперь, боксирующий распылитель, мы можем перейти ко второму этапу, к уничтожению Чикаго. Теперь, когда цены на недвижимость стремительно падают, я смогу купить весь город за какие-то крохи. Да, Кармункул спрячь эту машину понадежнее, чтобы никто не догадался, что она у меня. В городе должны думать, что она попала в руки какому-то неизвестному преступнику. О, тайный сговор. Я обожаю современные методы войны. Да, но это не война, мой дорогой распылитель. Это бизнес. Один черт. Ты далеко пойдешь, мой мальчик, очень далеко. Ребята, все хорошо? Ой, эта штука лихо бьет. Ой, как вы меня напугали, парни. Да? Значит, ты беспокоилась обо мне, дорогая? Больше я беспокоилась о том, что случится с Чикаго. Ведь Лимбургер заполучил аннигилятор в свои скользкие лапы. Ну, если судить по его высказываниям, я бы сказал, что сырный босс готовится нанести ущерб городу ветров. А мы уже готовы нанести ущерб Лимбургеру. Подожди, одной атакой мы ничего не добьемся. Не порть мне настроение. У него перевес тяжелой артиллерии. Что ты задумал, Дроссель? У нас тоже кое-что припасено. Вперед! Это же настоящая война! Вперед! Отличная идея использовать детали вашего космического корабля. Да, хотел бы я видеть, как летающий армейский нож справится с такой штукой. Вот так-то! Самое большое орудие, самая мощная броня. Оу. Кажется, я перестарался. Ездить в таких тяжелых доспехах не лучшая наша идея. Не бери в голову, это временная мера. Да, пока мы не расколотим новую игрушку сырно-вонючего негодяя. Джентльмены, на сегодня ваша задача — разрушение, паника среди населения. Вперед во имя великой славы Лимбургера и его промышленных предприятий. А, вперед! Это туда, где мы сперли машину, или, может, назад? Так куда же теперь? Теперь выполняйте. Есть, сэр! Мне так хотелось посидеть за рулем. Заткни фонтан. Я чую запах боя-санилю. А да, извините. Сейчас магистрат. Захватим их вожаков. И все побегут с корабля. Ха-ха, как мышки. Мне думается, не так уж хорошо мы справились с ликвидацией проклятых грызунов. Эскалации военных действий. Но в эту игру можно играть вдвоем. Берем удар на себя и рикошетом в сторону противника. Ой. Эти крысы со свалки начинают действовать мне на нервы. Эй, боевые снаряды свое дело сделали. Время нашей атаки! Форсаж! Вперёд! А ну-ка, продемонстрируй свой лучший удар. Неплохо. А теперь попробуй вот это. Класс! А вот и мы! Давайте посадим эту бандитскую птичку. Первый снаряд пошел. Надо будет постучать погромче. Что ж, мне это по вкусу. Начали! Посмотри на них. Они выстроились точно кегли. Время нанести упреждающий удар. Вот как непокорные суслики. Я вас уничтожу. Начало положено. Надо довести дело до конца. Кажется, мистер Великий Стрелок сам окажет себе помощь. Какая атака, блядь!
Твоя очередь, Модо! Винни, приготовься к завершающему удару! На поражение! Как приятно сознавать, что моя башня снова во всей красе. Как я устал от вечной борьбы. Дело сделано, ребята. Пора и отдохнуть. Я предлагаю, друзья, поехать и снять с мотоциклов эту броню. Чего торопиться? Первым делом шипучка и горячие сосиски, а потом мотоциклы. Ой-ой! Твой мотоцикл придерживается иного мнения. Ладно-ладно, сосиски подождут. Поехали, пока мотоцикл не потребовал еще чего-нибудь. Поехали, одержимый рокер! Форсаж! Фильм дублирован в студии «Фортуна Фильм». Роли дублировали Вадим Андреев, Вячеслав Баранов, Рудольф Панков, Дмитрий Полонский, Елена Соловьева, Александр Рыжков, Сергей Чекан. Режиссер дубляжа Серафима Федорова, автор литературного перевода Светлана Пресс, звукорежиссер Владимир Венгеровский, инженеры звукозаписи Екатерина Петракова, Юлия Ермакова.